И всем привет, с вами Игорь. В общем-то, я сейчас не знаю, как будет реагировать на все это. Мой планшет, потому что я сейчас снимаю 740, я попробую как можно меньше вообще шевелить своим экраном, точнее, как передвигаться моим персонажем, чтобы у меня как можно меньше лагало на видео. И, в общем-то, я не знаю, как у меня сейчас, возможно, у меня даже сейчас лагает мой голос на записи. Так, что ж, чуваки, сегодня у нас будет топ-5. Не топ-5, а просто 5 фактов о Майнкрафт, которые вы вообще вряд ли когда-либо знали. Вообще, вот я, на самом деле, вот эти вот факты, которые сейчас набрал, 5 штук, на карте здесь сейчас 4, один в главном меню просто, да? Как бы, вряд ли вы их от кого-либо видели когда-то или слышали, потому что, вот я, например, в Ютьюбе никогда таких фактов вообще не слышал, да? И самый первый факт, это то, что нас может атаковать наша собака. Я этот факт еще давным-давно нашел сам, в общем-то, нечаянным способом. Я его не находил никогда в интернете, но я его просто тупо нечаянно нашел. Когда еще играл в компьютерный Майнкрафт. Это было года 3 назад, да? Так, вот, у нас есть собака с вами и твое. Не-не-не-не-не-не. Так, мне сейчас нужно сейчас поломать сундучок, зря я тут его оставил, да? Потому что могла бы наша собака просто взять и убежать. Нам сейчас нужно ее приручить, вот что. Приручить, приручить. О, с двух раз. Нифига себе. Порой семьи не удается, да? Так, что ж, нам сейчас нужно попасть просто по самому себе. И, в общем-то, наша собака по нам же и будет атаковать. Вот, пожалуйста, я сейчас попал там по себе стрелой. И наш теперь верный друг уже не наш верный друг, пока мы его не убьем, да? И не создадим нового, в общем-то. Поэтому, чувак, все. Так, ты меня сейчас убьешь, мой верный друг, ты меня сейчас убьешь. Сидеть. О, кстати, можно его просто посадить и все. Да. А если он потом встанет, то он уже будет не будет нас атаковать. О, я только сейчас, чуваки, это узнал, да? В общем-то, следующий факт, то что если крипер будет находиться в паутине, и он взорвется, то взорвется только лишь одна паутина. Все, ничего другого больше не взорвется. Сейчас я это докажу. Вообще, он сейчас может и не взорваться, да, потому что он как бы находится сейчас в паутине, и он нас не видит. Он видит только лишь текстурки паутины. Поэтому мы должны сейчас к нему залезть. Вот, надеюсь, я сейчас не сдохну. Хотя я тут в алмазной броне вообще не должен, по сути. А мне что... Так, у меня тут еда есть. Нужно восстановиться хоть как-то. А, блин, это обычная картошка. Черт. Хотя сейчас, пока я еще долечу до него, до этого крипера, да? Он вообще нас никак не видит, пока вот мы не попадем к нему. Вот, все, пожалуйста. Чуваки, мы сейчас, крипер сейчас взорвался, и он взорвал только лишь паутину. Это значит, то, что мы можем как-то приманить паука в паутину, и просто, чтобы он там взорвался, он нанесет нам урон. Да, он нам... Хотя, стоп. Он нам сейчас только, кстати, не нанес урона, чуваки. Поэтому это вообще прикольный лайфхак, да? Мы можем просто засесть в паутину вместе с крипером, и он нас не взорвет. И он и нас не взорвет, и место не взорвет. Можно вообще поставить просто кучу паутинок у себя на местности, у себя возле дома. И фиг вам, крипер что-то здесь разбомбит, да? Взрывается только лишь паутинка, а все остальное больше не взрывается. Итак, что ж, третья вещь о Майнкрафте, да, которую вряд ли вы знали, это то, что лава в нашем мире разливается на 4 блока, а в мире Эндер... Ой, какого... В аду лава разливается аж на целых 8 блоков. Я просто офигел, когда это увидел. И да, реально здесь она разливается, как обычная вода, на 8 блоков. Кстати, в Майнкрафте я вообще этот фактик нашел как его? В интернете на каком-то сайте, и там было написано вообще 7 блоков, но я посчитал здесь их 8. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Здесь на 8 блоков разливается лава. Если считать вместе с вот этим блоком, который основной. Именно блок, а не уже остатки лавы, которые разливаются, да? Вот, пожалуйста, здесь вот на 4 блока. 1, 2, 3, 4. Вот, 4, да. Итак, что ж, чуваки, переходим мы к четвертому фактику, да, о Майнкрафт. Это фактик, вообще я офигел, когда узнал, и думаю, то, что им вообще можно пользоваться, как нечего делать. Это, в общем-то, будет факт не о коровах, да, которые тут загнаны, а будет о коровьем биоме, да. Я вычитал в интернете, что если мы найдем коровий биом, и там начнем ходить по пещерам, да, то
Там будут спавниться мобы. Там не спавнится мобы. Это как-то странно и очень даже прикольно. Так что берите такой лайфхак, так сказать, себе на заметочку. И можно даже использовать сид, который у меня есть в каком-то из выпусков, в третьем, да, выпуске самых крутых сидов, что можете туда зайти, найти этот сид и, в общем-то, пользоваться этим багом, так сказать, или багом, лайфхаком, точнее, будет, да. Так что ж, пятый окончательный сид у нас уже относится к самому сиду. Ой, что я сказал? Баг относится к сиду, так сказать. Смотрите, вот я сейчас создаю новый мир, нажимаю дополнительно, ввожу ключ генерации, вообще, любой, по сути, да. Так, сейчас появится у меня клавиатура, я не знаю, почему у меня клавиатура не появляется. Да, вот, смотрите. Вот мы можем, например, ввести... Вот, вводим рандомные числа, а потом, если мы поставим, например, какую-нибудь, например, звездочку, да, и введем тут еще каких-нибудь цифр, то при создании самого мира, сейчас смотрите, что будет. Да? Так, давай, грузить побыстрее. Так, все, сейчас выходим из этого мира. Заходим уже в настройки этого мира, и мы видим только лишь цифры, которые были до... самого какого-нибудь значка, иероглифа, да, а после этого значка уже и нету значка, нету цифр никаких. Но если мы, конечно же, ведем только лишь просто, только лишь всякие значки, типа там, сейчас введу просто, вот, например, вот так вот какие-нибудь мы ведем значки, то, чуваки, там не в ключе самого генерации будут только лишь реальные координаты вот этого мира, да, там вот рандомные числа вообще будут. А если, например, мы введем хотя бы одно число, как только что я тут делал недавно, да? Одно число хотя бы введем, то и потом всякие какие-нибудь иероглифы, то, конечно, сохранится это лишь одно число. Вот смотрите, сейчас, например, вот так введу. Дальше потом какие-нибудь иероглифы, да? И сейчас еще какие-нибудь цифры, если они тут вообще влезут. Да, 7728. Просто создаем мир, чуваки. Очень долго что-то у меня грузится, но это, скорее всего, из-за того, что у меня идет сейчас запись. Надеюсь, она у меня сейчас не лагает. Не лагает, надеюсь. Я вообще горюсь, если она не лагает, да? Вот, пожалуйста, у меня сохранилось только лишь первые начальные числа, а потом после иероглифов и сами иероглифы, они не сохраняются. Это, конечно, не совсем важная прям такая вещь, но все же я уверен просто то, что вообще... Если знает это кто-нибудь, то это максимум 1% из всех Майнкрафтеров, да? И я уверен, что ну не больше никак. Я сам офигел, когда, в общем-то, нашел этот баг, да? Вообще, я его нашел, по сути, сам. Я его в интернете нигде не находил. Я просто экспериментировал, так сказать, да? Так что, чуваки, вот такая была пятерочка багов, так сказать, да? Не багов, а всяких секретиков о Майнкрафте, да. Так что, чуваки, если вам понравилось, то вы подписывайтесь на канал, пишите мне какой-нибудь комментарий, какие-нибудь пожелания того, чего бы вы еще хотели видеть на моем канале. Ну и все, в принципе. Если хотите, можете даже поставить лайк. Если вам же вам что не понравилось, и вы знали какие-нибудь из этих фактов, какие-нибудь знали, хоть один факт, то, пожалуйста, можете поставить дизлайк. В принципе, я не против. Если вы меня будете как-то критиковать, я люблю критику. Ну что ж, чуваки, всем спасибо за просмотр и всем пока.